Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Задумался я за одну тему, очень интересную, и, если честно, уже давненько подумал снять подобный видос. Сегодня нам повезло, потому что мы вместе отправляемся на очень интересное испытание. Много экшена здесь не будет, но я думаю, что так же, как и мне, вам интересны всякие плюшки в игре. Сегодня мы будем просто выживать на локации, на простой локации, но не обычно. Нам нужна красная локация. Я думаю, единственное, что может нам помешать, это громила. То есть я сейчас зачищу полностью красную локацию и буду стоять или бегать по кругу. Короче, проводить на ней время. Я буду проводить на ней максимально долго времени. Посмотрим, что будет, если локация полностью зачищена. Например, через 5 минут ожидания, через 10 минут ожидания, через 15 минут ожидания. Я думаю, что можно будет подождать целых полчаса. И что произойдет, самые интересные моменты, естественно, будут в видосе. Я взял с собой пару глоков, мачете, в принципе, броню спецвойск. Хочу себя чувствовать очень комфортно. Как вы знаете, что в подобных локациях есть всякие события. Меня не интересуют события. Ну, редкий момент, когда меня здесь не интересуют события. Меня здесь интересует только то, что будет здесь происходить. Сливаю полностью, зачищаю полностью локацию, поэтому олени, извините, я не хотел заранее, извиняюсь перед лисичками, которые взяли спички. Обязательно просто, ребят, зачищаю локацию от зомби, от всего другого. Бегаем, наслаждаемся и увидим, что же можно здесь найти после того, как ты здесь прожил 5 минут. То есть я побуду здесь 5 минут, мы пройдем все локации, пробуду 20 минут, ну давайте 5-15, 25. Вот так вот, три таких вот отрезка времени, и я вас уверяю, что на локации происходят достаточно интересные темы. Как видите, уже практически никого нету. Можно зачищать локацию, можно не зачищать локацию. На локацию приходят и выжившие, и появляются рандомные зомби. И не только это интересное происходит. Поверьте, в рандомных местах на локации могут появиться, может что-то произойти, могут появиться зомби. И могут появиться выжившие. Я когда-то ожидал что-то, вот играл в Last Day на компьютере, мне кто-то позвонил, и просто-напросто я остановился, и жду, пока персонаж просто стоит. Тут меня начинает жестко нарезать, где-то через пару минут стояния, я понимаю, что меня кто-то фигачит. Это был выживший с ВСС винторезом. И так, как вы видите, что здесь вот такая вот канитель. Только что на ваших глазах появился волк ниоткуда, я не знаю, как это произошло, магия, наверное. Ну и просто чистим локацию, бегаем, зачищаем индеек, сливаем всех пацанов вообще, ребят. В принципе, я понимаю, что может где-то не досмотрел, кого-то не дослил. И вон уже два пацана, которых мы не заметили, которые здесь вообще должны быть звездами локации. Так как они вот, первый пацан, плеер 8179, достаточно интересная тема. То есть до этого его мы не находили. Что принес нам плеер? Немного кайфов, почему бы не воспользоваться. Ну что, время пошло, в принципе, я ничего не хочу сказать. Локация вроде более-менее зачищена. Я здесь залутаю также ящики. Вот индюшка на пути тоже, я ее хочу снести. Короче, сносим все. Я подлутаю, подчищу. И, наверное, встретимся через 5 минут. 5 минут это то, что должно быть первой вот такой вот целью нашего испытания. Выживание. Понятно, что все 5 минут мы не будем вместе находиться. То есть вот этот вот ящик сейчас лутаю, чтобы потом не говорили, откуда что взял. Вода, бинты. Ну, короче, еда, вода я взял. Еще разочек пробегаю локацию. 5 минут засекаю, что со мной произойдет. Если что-то происходит, я сразу же нажимаю запись или просто не выключаю запись. Так, ну что, вот сразу даже, как вы видите, Обливион пришел сюда. Ну, в принципе, что, дядька, ну давай зацепим тебя. Выжившие на пути, не могу пройти. Самопалы, много интересностей. Я вам так скажу, что некоторые ресурсы более-менее
редкие, которые выпадают у выживших. Так, что хотел сказать. После события с Амайну я просто жесть, насколько много понасобирал веревок и кусочков ткани. До этого у меня этой всячины не было. Почему? Потому что я ее использовал, но никогда не лутал зомби, ну, считая, что это уже не нужно. Сейчас у меня там по штук по 500, наверное, этой темы, и это очень круто. Ладно, шоколадно, ребят, я буду бегать периодически. Опа, кто здесь? Ну, этого пацана мы могли... Давайте будем считать, что мы его просто не заметили, и все. Так, ребят, с этого момента у меня сейчас определенное время, я засекаю 5 минут. Просто-напросто ниоткуда прибежали три волка. Причем три волка, не каких-то там, которых мы могли не заметить в каком-то угле карты. Где-то рядом ходит выживший. Постоянно у меня над головой светится эта тема. Я от них бегал, ну бегал-бегал. Вот, кстати, ящик еще не залутанный нашел. Что хотелось сказать? Три волка. Просто вот я стою, на миникарте появился один волк. И, в принципе, он агрится на меня. Я начинаю чуть-чуть отбегать, встречая еще одного волка. При сражении, как, ну, сражение не произошло, пока включал запись, прибежал еще один. Три волка, причем достаточно серьезные противники. А скорость атаки у них хорошенькая, большая скорость атаки. Урон небольшой, но с броней они, ну, как говорится, могут с вашей сделать аляулю. Поэтому нужно быть очень внимательным. 5 минут нахождения на локации я прошел. И что хотелось сказать, что пока что ничего, как чего-то интересного. Запах выжившего, постоянно он чует запах выжившего. Понятно, что это что-то интересное, либо нет. И вот он, выживший на пути. В принципе, за 5 минут вот что произошло. Пришел пацан с досками, причем мы видим вот такую вот картину. Следующее, что хотелось бы. Главное, чтобы не пришел громила. Вот это вот. Хотелось бы антигромила, какой-то баф, либо какой-то, я не знаю, блюдо какой-то, еды, чтобы съел, и там полчаса громила не приходит. Почему бы и нет? Давайте, ребят, следующий отрезок, это 15 минут. Давайте 10, если за 10 ничего интересного. Но если что-то раньше произойдет, обязательно включаю запись. Следующее интересное, что со мной произошло, буквально чуть-чуть не хватило, чтобы 15 минут прошло. Меня выбросило с игры, поэтому я появился на глобальной карте. Что я успел на локации сделать? Думаю, не буду же я стоять просто так. И начал на автосборе, собрал все растительное волокно. Сначала собрал все ягоды, потом все растительное волокно. Сейчас весь известняк и все дерево соберу. В принципе, кроме толстяка, который появился... Но я так понял, что он, то есть мне писало постоянно, воняет гнилым мясом. А похоже, что где-то толстяк рядом. И, в принципе, больше ничего такого не писалось. Появился толстяк, меня выбросило сразу же с игры. Я даже не успел ничего сделать. Не знаю почему, но вот такая вот фигня. Итак, ребят, я продолжаю свой эксперимент. Следующая точка 25 минут. Если честно, я хотел, чтобы это все выглядело намного ярче. То есть, чтобы я вот смог, не то что там, ну, хоть кто-то появлялся на локе, хоть какие-то эмоции. Я не знаю, я думал до конца, что тут будут появляться и выжившие, и какие-то, ну вот, волки. Мне кажется, что мне прям локация дала все эмоции, которые смогла. Это три волка, которые там были. Они просто пришли, попытались покусать, ушли. Короче, отрезок 15 минут и считаю пройден. 14 минут, я уже 15 минута. Вот, поехали дальше. В принципе, у меня еще много чего интересного. Собираем, потом, наверное, кирку в руки возьму. Буду лупашить все здесь. Хочу вычистить локацию. Ну, 25 минут же нужно что-то делать на локации. Все вышло настолько скучно, что я даже этого не представлял. Периодически от передвижения по локации, кстати, я зачистил все, кроме вот этой вот фигни. Сейчас я это тоже выкопаю. Получается, что периодически наш персонаж чувствует, типа, там запахи какие-то там толстяка, выжившего и всего. Но никто не появляется на локации.
Если честно, я думал, что это будет что-то ярче, чем просто бегание с угла в угол. Я даже, как вы видите, очистил всю локацию от любых ресурсов. Все, что здесь есть, ну, вернее, все, что здесь есть, ничего. Короче, все собрал, все. И на локацию больше никто не приходит. Я на этой локации больше 20 минут стою. И, в принципе, я думал, что все-таки кто-то да заскочит, все-таки кто-то да придет. Нет, никого не было, несмотря на то. Ну, может быть, конечно, нужно подвигаться по локации. Я еще все-таки достаю своих полчаса. Вот такие микроподлаги. Всегда после таких микроподлагов кто-то или что-то появлялось на локации, но, увы и ах, может быть, кто-то появляется. Но, видя, что ни хренища тут нету, сразу уходит. Типа ботов, которые, не зная, что делать, просто уходят. Потому что некоторые боты заточены, типа, добывать дерево. Некоторые боты заточены добывать камень, известняк. Все то, что есть на локации. Так, все, я кругов почета. Еще 10 минут стою. Если нет, то идем что-то поищем. Ну что, такого я, если честно, не ожидал. Ожидал чего-то получше. Подобное что-то я когда-то задумал. Еще давно, может быть, что-то еще появится. Ребят, свершилось. Я, если честно, даже и не дожидался. Если честно, вот такая вот подруга пришла, вся надбитая, вся убитая, принесла мне. Ой, ты шо, молодец какая. Сразу принесла мне кучу всего, локацию зачистил, хожу здесь, брожу. Больше получаса получается, что ко мне пришел токсичный. Я его слил и начали больше получаса, начали зомбики оживать. Локация живет. Локация дышит, локация в принципе существует. Если вы понимаете, о чем. Во-во-во, смотрите, поблизости толстяк. Начали часто появляться какие-то надписи и интересности. Я уже больше получаса на локации. И вот заметил, что именно нужно в этом углу ходить. И вот что-то здесь получается. Давайте, ну, то есть, мне еще 2 минуты, полчаса. Ну да, я, то есть, Михалычу нечем вообще заняться. Я здесь полчаса просто на красной локации. Надеюсь, вам этот видос зайдет тоже. Так, ребят, пришел еще один желающий зомби. Как вы видите, что игра заложена так, что периодически где-то появляется здесь зомби. Периодически игра живет, игра выживает. То есть игра вот так вот меня выкидывает. Я не знаю, как. О, смотрите, даже олень. Ребят, оленя. О, смотри, пока оленя так и не нашел, мне подлагало. Толстяк пришел. Кстати, запах этого толстяка он слышал практически с первой минуты пребывания здесь. Получается, что какие-то странности, все-таки подлаги происходят, и вроде бы как бы здесь кто-то появляется. Не знаю, от чего это зависит, но я уже больше получаса на этой локации. Естественно, хочется заморочиться, типа, и больше часа здесь пробыть. Но мне кажется, что, ну, просто такая периодичность маленькая. Тут вот 35 минут, а появилось, да, пару токсичных вот этих плевунов, одна выжившая и, в принципе, только толстяк. Олень пришел. То есть получается, что локация, даже если полностью зачищена, даже если полностью она является вот такой вот, то есть, ну, в принципе, уничтожил ресурсы, чтобы было все симпатично, круто, то я вам скажу, что сюда приходят и зомби, и выжившие, и все остальные. Я сам в шоке от того, что нам предлагает игра. Ну, вот я думал, если честно, что здесь побуду там полчасика или сколько там, и придет Громила, он, в принципе, не даст снять такой подобный видос. Так, что хотел бы сказать вам, сейчас очень-очень такой вот момент. Я жду в комментариях помощи от вас. Ребят, помогите мне выбрать игру, которую нужно, которую можно было бы поиграть, которую тоже можно было бы поснимать. Благодарю вас заранее. Так, что дальше? Хотел бы, конечно, напомнить, что розыгрыш идет. Склад стройматериалов, холодильник. Это все в описании есть. Опа, смотрите. Выживший его где-то выдает. Давайте еще немного помаячим. Может быть, выживший перетарабанит. Вот именно здесь это. Я вот ходил, обходил весь периметр карты. Именно когда сюда прихожу, именно здесь какая-то вот фигня
надпись, опа, подлагала, вы видели? Вот это вот подлаги, типа раньше, когда подлагала, я уже знал, что я очень любил раньше охотиться на выживших. То есть выжившие это те ребята, которых, ну, вот такие вот боты, да, но все равно охотятся на них, сливать их, забирать, смотреть, что они там носят, сколько интересного, сколько неинтересного. Ну, короче, вот такая вот тема. Так, сбился за Телеграм. У нас там розыгрыш, ребят, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Единственное, что нужно, подписаться на канал здесь на Ютубе и просто вступай туда в Телеграм. Также у тебя должна привязка быть к эфиру. Это очень легко, беспроблемно. Склад стройматериалов, либо холодильник на выбор. В принципе, достаточно изишная тема, и у многих этого еще нету. Помогает выживать, дай боже. Еды влазит очень много. Много всего интересного. Так, что хотел сказать дальше. Побуду сейчас 5 минут. Если ничего, то будем завершать. Стоял, стоял. Да, в принципе, ребят, ничего не выстоял. Локация полностью остается пустой. Никаких выживших. О, пацаны, где-то. Ай, блин, думал выживший. Ну, кстати, токсичный зомби. Вы заметили? А он, кстати, надбитый. Наверное, все-таки с выжившим дрался и выгнал выжившего где-то за пределы локации. Ну, бывает такая тема. Выживший приходит, в принципе, не видит, что не тянет, и убегает, либо что-то делается подобное. Так, ну что, благодарю вас за присутствие. Вы побывали со мной в эксперименте. Я пробыл здесь вот сейчас 43 минуты здесь, как. Ну, в принципе, что я посмотрел видосик, тут бегал по чуть-чуть, стоял в основном. В основном там, ну, если честно, на автоатаке зачистил всю локацию, ожидал, честно, громил, громила не пришел. Короче, вот такая вот тема. Очень интересно. Я думаю, что многим это будет интересненько посмотреть. Может быть, не самый интересный видос в мире, но я думаю, что теперь ты точно знаешь, что локации живут даже после того, как ты ее полностью очистил. От души благодарен за просмотр. Увидимся в следующих видео. Пока.